недавно подписал контракт на 5 лет с Victory Team. Какие ощущения? Ощущения впереди больших дел и как же, чего еще? Наверное, уверенность от того, что не один. Ну, то есть ты хочешь строить карьеру, правильно? Да, безусловно. Отлично. 13 августа у тебя был бой с Абдусаламом Тажддиновым. Как тебе соперник? То все вроде видели, как бы, то есть, ну, сказать на самом деле, да и нечего о нем в целом. Ну, ты одержал победу во втором раунде нокаутом. У тебя, ну, был такой план на бой? Или все-таки дождаться судейского решения? Да план на бой был выходить и делать свою работу, как бы, будет досрочно, наверное, нет, как бы, не стояло никаких в этом плане задач. Следующий бой пройдет уже в эту субботу. Как у тебя проходит подготовка? Подготовка, как и всегда, проходит на высшем уровне. Пашем по 2 тренировки в день. Кстати, по сопернику вот вроде как бы там пришло понимание, там будет, скорее всего, какой-то дебютант с Москвы на 4 раунда. Хотели, конечно, на 6, чтобы продышаться там перед 8-раундовым боем. Ну, будет вот, скорее всего, там левша 4 раунда. Ну, то есть он юниор, можно сказать, да? То есть. Да, там вроде 94-го года рождения пацан. Не боишься проиграть такому молодому? Нет, вообще не боюсь ничего. Вот смотри, есть ли какие-то бойцы, с которым тебе бы хотелось побоксировать в ближайшем будущем? Котов. Отлично. Я знаю, что у тебя также будет бой в Омске 17 сентября. Не слишком ли большая нагрузка для тебя? Ведь после 10 сентября пройдет ровно неделя, и ты снова выходишь на ринг. Да, ну, большая нагрузка или нет, покажет, я думаю, после 10 сентября состояние. То есть, там сейчас и бровь подрастекли, как бы, то есть... В целом, если все будет без потерь, как бы, да нет, надо боксировать, набирать бои, становиться дороже. Правильно. Смотри, я знаю, что вы периодически тренируетесь вместе с Вазиром Тамаяном. У него недавно вышли в Инстаграме видео, где он отжимается, прыгает на скакалочке, финтует, так сказать. Да. А чем ты можешь порадовать прекрасную половину города Воронежа? Ну, радовать я больше, наверное, буду жену свою, там у меня как бы есть жена, ребенок, а чем я могу до победы, ближе к этой победе, которая будет, то есть я выхожу в ринг только побеждать, в принципе, я выхожу только за этим в ринг. Ну и что можешь пожелать своим болельщикам? Пожелать хотел бы, чтобы пришли все 10 сентября, поддержали нас. Приходите 10 сентября в Эндхолл.